Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. Если вы хотите быть в курсе всех свежих новостей в нашей игре, то обязательно прямо сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайк данному видосу, я стараюсь специально для вас. Ну и обязательно жмите на колокольчик и убедитесь, что у вас вот так вот открыты все уведомления с моего канала, тогда вы ничего не пропустите и будете слышать честное мнение по поводу всего, что в игре происходит. Итак, ребят, для любителей халявы великолепная новость. Стартовал мини-квестик, который продлится целых 7 дней, хотя я не понимаю, зачем столько времени на него выделили, потому что пройти его сможет даже самый ленивый танкист. Делать особо ничего не надо, просто играете на танках с 4 по 10 уровень и вполне спокойно этот мини-квест проходите. Я уверен, что многие пройдут этот квест вообще буквально за один день, точнее не за 24 часа, а буквально за час-два игры. Что необходимо сделать? Все очень просто, за отведенное время нужно набить всего лишь 60 тысяч урона. Что вы за это получите? Вы за это получите на халяву с 1700 осколков Фортиума. Это довольно-таки круто является ценностью и поможет пройти сезон 2 Плеяда. Плюс к тому, ребят, вот здесь вот на 5 уровне вы получите себе мини-квест, который называется Чиф. Здесь необходимо будет за 7 отведенных дней с момента активации данного квеста для вас сделать 30 побед. Тоже, мне кажется, далеко не самая сложная задача. Ну а взамен вы получите себе вот такой вот легендарный профиль с довольно симпатичной саботюрой. Вот такой вот мини-квестик для ленивых, но в то же время любителей халявы. Друзья мои, как я уже сказал, если вы за свежие новости и честное мнение по поводу всего, что в игре происходит, прямо сейчас подписывайтесь на канал, потому что именно на этом канале новости высветляются, как только они появляются в игре, а иногда даже раньше. Я побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока!